Социально-экономическую ситуацию в Рязанской области Дмитрий Медведев обсудил с исполняющим обязанности главы региона Николаем Любимовым. Он занимает эту должность с февраля и, по словам главы правительства, уже должен был взять в свои руки все рычаги управления. Обсуждали привлечение инвестиций, создание в области новых предприятий, в том числе фармацевтических. Говорили и о строительстве школ. Мы сейчас развернули большую программу по строительству школ. Эта тема актуальна для любого региона, естественно, и для вашей области тоже, как обстоят дела. Ну и можно вкратце характеризовать вообще ситуацию с инвестициями. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, школы в этом году мы сдаем две. Вот, одна на 1152 места, это район города Рязани, Дашково-Песочная. И вторая в Селеспасском на 132 места. Вот, потребности, конечно, намного больше. Вот, какая потребность? Потребность считали? 9 школ нам еще необходимо построить. Вот, порядка... В целом всего, да? В целом, да. По всей области, да? Да, по всей области. И мы рассчитываем закрыть потребность полностью. То, что касается инвестиций, ну, во-первых, надо сказать, что у нас индекс промышленного производства в этом году уже по 5 месяцам 2017 года 106,8%. Это хороший рост такой, потому что в прошлом году он был 102,2. За счет чего это обеспечивается? Ну, в основном оборонка. Но, тем не менее, очень хорошо работает медицинская промышленность, фармпроизводство.